Сегодня у Гомеля протягивались пожарные работы на территории приватного предприятия, где напередодні загорелись драуняные отходы. Огонь распавсюдился на площади больше, чем у 500 квадратных метров. Как рассказали у МНС, сейчас ситуация под полным контролем пожарных. Напередодні вышиня полымя достигала 10-15 метров, а дым было бачно с центра города. Існавала погроза узгорания двух складских помешканий и материалов. У центра оперативного управления МНС поступили сотни звонков от гамельчан. Шкода, нанесенная предприемству, подлічивается. Потерпелых нема. Специалисты не выключают версию подпалу. Высота штабелей достигала там где-то 10-15 метров. И когда схватывался огонь, выходил наружу, то температура поднималась, конвективные потоки. И вот эти вот два склада, которые находятся невдалеке, они даже дымились. Нам приходилось подавать на охлаждение данных складов.